Видно, что при первом касании левое крыло ударилось о землю. Если бы оно отломилось полностью, то в самолете все бы погибли. Да. Крыло отломилось, оно загнало. Кожух двигателя в заднюю часть фюзеляжа. Да. Если вы сидели в последних 6-7 рядах, это было как под поезд попасть. Слушайте, у самолета явно были проблемы с механикой. Да, явно. Да, но мы с вами знаем. На то была Божья воля. И я буду драться за то, чтобы комитет включил Божью волю в список вероятных причин. Что же это был за Бог?